Одним из главных направлений национального проекта здравоохранения является охват населения медицинскими осмотрами и диспансеризацией. Они проводятся во всех поликлиниках Армавира. Диспансеризации подлежат все граждане в возрасте от 18 лет, работающие, неработающие и обучающиеся. Цель диспансеризации – это выявление первичных заболеваний населения, хронических неинфекционных, а также диспансерное наблюдение за больными с хроническими заболеваниями для, как я уже говорил, предотвращения обострений, госпитализации экстренных, для снижения уровня смертности. В поликлинике номер 4 в этом году должны пройти диспансеризацию около 18 тысяч человек самого разного возраста. Четверть из них уже осмотрели в первом квартале текущего года. Работа идет по плану, люди понимают, что диспансеризация очень важна и приходят охотно. Медики отмечают, что с каждым годом вовлеченность пациентов в профилактические мероприятия увеличивается. Всеобщая диспансеризация раз в 3 года проводится, диспансерное наблюдение ежегодно за больными с хроническими инфекционными заболеваниями проводится. Углубленная диспансеризация проводится для переболевших ковид. Первый этап, второй этап проводится. И периодический медосмотр, профилактический медосмотр также проводится. Раз в 3 года тоже. Пройти диспансеризацию и профилактический медосмотр можно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужен только паспорт и медицинский полис. Можно прийти без предварительной записи в часы работы поликлиники. На первом этапе пациенту предлагают заполнить анкету, делают электрокардиограмму, флюорографию, анализы крови, измеряют глазное давление. Если обнаружат отклонение, пациента направляют на второй этап, где проводится более глубокое обследование. Для сохранения здоровья человека, потому что некоторые с трудом идут в поликлинику, пока очень плохо себя не почувствуют, некоторые не знают, не считают себя больными. Это рассчитано на выявление заболеваний, чтобы в дальнейшем человеку помочь, лечить его, наблюдать, если необходимо. Результаты диспансеризации вносят в медицинскую карту пациента. Медики советуют проходить такие обследования регулярно. Это поможет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.